Привет всем! Встречайте очередное пятое видео про койлы для вейпа. Первый видос в эту тему про простую косичку или Tiger Coil. Второе – воздушная коса или Tidal Coil. Третье видео – это койл в виде молнии или змейки – Zipper Coil. Ну и четвертое – Chain Coil или Anchor Chain, что в переводе на русский – корабельная цепь, ну или якорная цепь. Сегодняшний койл сложнее предыдущих, и мы его будем мотать на прищепку, точнее при помощи нее. Намотаем не один, а в нескольких вариантах. Поехали! Если вам интересно, то перед началом хочу сказать, что из всех показанных в прошлых видео намоток мне зашли воздушная коса и корабельная цепь. Но, как вы знаете, каждому свое. Так что советую посмотреть прошлые 4 видео, намотать и попробовать на вкус самим. Ладно, все, мотаем первый Clapton Coil. Для этого берем сантимов 25 0,8 кантала и катушечку кантала 0,2. Ну я возьму не эту, у меня есть вот такая вот раскрученная она. Перед тем, как мотать, нужно его выпрямить. То есть сгибаем вот тут чуть-чуть и закручиваем шурика. Второй конец плоскогубцы. И нам надо его выпрямить. Ну вот он стал ровненьким практически. Теперь берем 0,2 кантал, чуть-чуть накручиваем на конец. И снова зажимаем в шуруповерте. Первые витки прокручиваем сами. Вот, а теперь берем прищепку. Вот так вот ставим. Чтобы проволочка была вот с этой стороны. И поехали крутить. Проволоки 0,2, конечно, нужно много. Ну и продолжаем в том же духе, пока не накрутим до конца. Вот получился первый Clapton. 0,8 кантал обкручен 0,2 канталом. Теперь мы возьмем 0,4 кантал. Отмерим 3 проволочки по 20-25 сантиметров. То же самое их выпрямим. И я уже покажу, как мы будем мотать на них 0,2 проволоку. Ну вот так примерно должно получиться. 3 ровненькие проволочки из 4 кантала. И 0,2 кантал, вот мы начинаем мотать сначала вручную. Чуть-чуть. Теперь берем прищепку, как и в прошлый раз. Зажимаем проволочку вот сюда в руку. И поехали крутить. Главное, чтобы проволока вот эта вот не захлестывалась. Была прямой. То, что она чуть закручивается, ничего страшного, мы раскрутим. Ну и в том же духе. Я пока остановлю видео, а потом покажу вам уже результат. Вот мы домотали до конца. И как видите, проволока чуть скручена. Чтобы этого избежать, надо перещелкнуть шуруповерт в обратное направление тому, что мы мотали. Взять за конец в плоскогубцах и отмотать чуть-чуть назад. Тем самым убирая вот эти вот спиральки. Ну вот, у нас спиральки все убрались. И получился замечательный Clapton. Вот такие две проволочки получились. Вот одна, значит, у нас получилась 8 кантал, 0,8 кантал, обмотанный 0,2 проволокой. А другая проволочка, 3 проволочки 0,4 кантала, обмотанные 0,2. Ну а изготовить спирали вы сможете сами. Так что очень просто на прищепку мотать. На этом все. Спасибо, пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч.